Скажи два слова. Что тут скажешь? Великий человек. Жил для своей страны, любил свою родину. Надо брать пример. Вы лично как себя ощущаете? Вам тяжело сейчас? Не просто тяжело, а в душе очень одиноко. Как, кто теперь для ваших подопечных пример? Вот Семёныч ушел, кто теперь? Его дела. Какие дела вы приводите в пример Семёнычу? Как он строил и жил для людей. Вам же он тоже помог. Однозначно. Он столько судеб спас, наших воспитанников, жизней. Вечная ему память. Спасибо.